Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, позвольте мне вас всех поприветствовать в Петербурге. Господин президент, мне очень приятно вновь встретиться с вами. И в начале нашей встречи хотел бы констатировать, что отношения между Россией и Болгарией постепенно восстанавливаются. Об этом говорит и небольшой, но все-таки устойчивый рост товарооборота. Порвискам довел благодаря за поканата да посетя отново Руската федерация и да взема участие в Петербургския економически форум. Нашата втора среща, господин президент, за такъв кратък период е ясен сигнал за новата динамика в нашите двустранни отношения, които се базират на дълбоки исторически, културни и духовни връзки.